63-летний Том Хэнкс и его супруга Рита Уилсон, стали первыми знаменитостями, заразившимися COVID-19. Сегодня актер рассказал о своем самочувствии. С момента появления первых симптомов коронавируса у звездной четы прошло 2 недели. Все это время фанаты переживали, как актер Фореста Гампа перенесет заболевание, тем более что он находится в группе риска и болеет сахарным диабетом 2-го типа. Хэнкс обратился к поклонникам в своем микроблоге. Он сообщил, что все в порядке, но тем не менее они с Ритой продолжают соблюдать карантин. «Привет, ребята. Нам уже лучше. Самоизоляция работает так, вы никому не передаете болезни, ни от кого ее не получаете. Такой здравый смысл. Это займет некоторое время, но если мы позаботимся друг о друге, то это скоро закончится. Мы с этим разберемся», — поделился Том в Твиттер. Фолловеры обрадовались позитивному настрою актера и пожелали ему и супруге скорейшего выздоровления. Многие сообщили, что соблюдают самоизоляцию, несмотря на отсутствие симптомов. «Мы с вами. Все будет хорошо, вы молодец, посылаю свою любовь и поддержку. Карантин очень важен, чтобы жизнь вернулась в обычное русло. Как здорово слышать, что с вами все хорошо. Держитесь. Прекрасные новости. Спасибо, что делитесь с нами информацией», — написали пользователи. Том и Рита заразились в Австралии, где у актера проходили съемки нового фильма. Как только супруги почувствовали недомогание, они обратились за помощью к медикам. «Мы были немного уставшими, как будто простудились, у нас появилась боль в теле. У Риты был озноб, который приходил и уходил, а также небольшая температура. Мы сдали анализ на коронавирус. Результат был положительный», — сообщил Хэнкс. Тома и Риту госпитализировали, они провели в клинике в Кливленде 5 дней. Врачи выписали звездную чету, однако обязали соблюдать карантин. Сейчас Том и Рита находятся в съемном доме в Австралии. Ранее сестра актера сообщила, что он чувствует себя неважно. Женщина призналась, что не удивилась, когда узнала о его заболевании. Коронавирус удалось побороть Ольге Куриленко. Актриса тяжело переносила болезнь, но уже окончательно излечилась. Хорошие новости появились и в Москве. 16-летнюю россиянку и ее мать, вернувшихся из Италии, выписали из больницы.